Так, сейчас Артём. еще одну катку и в магазинчик. Я схожу за чипсами. А у нас есть чипсы. Ну, это явно не моя проблема уже. Точнее, у меня проблема, то, вот что мне именно. их нет. Все, я выиграл. Ни разу не попал. Иди, зайди вот туда. Да, куда, сюда? Там никого нет. Да что ты врешь-то мне? Блин! А ну только один раз появляется, не мог понять. У меня она тоже каждого... была. Ну, я слишком громко, вы просто потише у меня, игра сама погромче. Нормально. Хорошо сработало. На, Ян. Артём, поехали. Вон, я тебе дал. Чего ты мне дал? Чипсов? Понятно. Неважно. Ни хрена, у нас 3 этих зажигательных. И 4 слабительных. О, как светло-то теперь, я свет включу. Я грудную клетку нашел. Где? О, классно. Фотки. Надо ее сфоткать. На втором этаже. У тебя фотик есть? Нет, с собой фотика нет. Сейчас приду. О, Артём, ты что тут натворил? Да. О, там медведь опять лежит. Майкл Андерсон. Все, моя клетка. А ты кость снимал? Да, я ее сфоткал. Там на 3 звезды фотка. 3-звездочная фотка звучит. Фонарь, призрачный огонек я только что видела. Вот так Ян, я вот тоже вижу. Поставим, вот он летает. Да. С крестом ходить буду. А, все правильно. Ходи, молись. Так, призрачный огонек, его надо отметить. Понятно. Призрачный огонек. Слушайте, а вы можете переставить лазерный проектор вот в этот проход дверной, который справа от входа? Мне не очень хочется. Ой, ладно, сам пойду переставлю. Я так не думаю. Я посвечу. Спасибо, да. Там кто-то тарелки раскидывал только что. Интересно, кто? Да тварь какая-то. Нету ничего? Ну ладно тогда, значит, отпечатков пальцев нет. Беги. Я слышала. Чё там началось? Она крикнула, что ли? Я на камере вообще ничего не вижу. Артём, у тебя, по-моему, интернет просел. Ну она мне в ухо дунула. Да ты мне сейчас в ухо дуешь. А, я ж там тетрадку оставила. Может, она что-то написала? Не, ничего не написала. А, нет. Ну, покажи себя. Дай нам знак. Как у тебя дела? Что у нас тут с разумом? Вроде норм, кроме Артёма. У Артёма все плохо, как обычно. Да, я тоже так. А, чёрт! Дурак, что ли, сосел? Ни хрена себе! Я испугался, дурак! Я только что видел эту тварь на лазерном проекторе, она мне в лицо вбежала. А, тогда, наверное, лазерный проектор. Господь всемогущий, на тебя испугался. А я испугался ее. Жесть какая. Черт. О, может, банши? Не знаю. Ну, кстати, да. Я там свечку поставил еще. Она кричала. Она пукала в ухо мне. Господи, чуть не помер. Больше от Яна, конечно. О, Райди, по идее, подходит. Майкл. МП шакалил, но я не видела... Блин! О, вот это было страшно. Блин, Артёма убили. Я вижу. А почему... Почему его убили, но он как-то не умирал сначала? Его смерть записала камера. Да? Да. На тебе крест. Ладно, сам возьму. О, Артёмка. Бежать напиши что-нибудь. Артём, напиши что-нибудь. Блин, света нету. Артём кружки разбрасывает. О, он свечку потушил? О, да. Да ететь, оно теперь за мной бегает. Пытайся сбежать от него. О, десятка.
Во, я вижу, как он шагает здесь. Во, я вижу его. Нет, он меня убил. Он меня догнал. Я столько бегал, а он меня догнал. Черт. Как? О, надо вас зафоткать. Вы так удобно здесь лежите. Артём, ты видел, как я от него бегал? Хорошо. А почему он меня догнал? А где фотик? Так а, потому вот что он всё при входе валяется, фотик. Да тут тоже есть. А что, ты хотел, чтобы он перестал за тобой бегать? Да. Ага. Почему он вот не перестал? Вот это я испугался и... Вот я испугался, да. А за... На... О. На одном снимке, если два трупа будут. Я считается? Думаю, будет норм. Ну ты можешь два раза сфоткать, у нас все равно кадров еще дофига. На четверых сфоткает. Да? Классно. Почему мы все время дохнем? Мы два неудачника. Кошмар какой-то. А я выберу, не знаю, банши выберу. Давай. Пусть будет банши. Артём, что там? Артём, красавчик. Кого я выбрал? О, я угадала! А свершилось я... чудо! Это был Райдзю! Наконец-то, Кайдзю! Спустя пять попыток ты угадала. Вот я за чипсами.